Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Топик, и сегодня я вам расскажу одну грустную историю. Ну что ж, погнали. Я со своим другом решил пооткрывать кейсы на изи-дропе. Сначала мы открыли кейс сахара, где нам выпал шлак. Захотели мы открыть армейский кейс, думали, что ничего не выпадет. Но рулетка останавливается на оружии AUG Hot Rod, который стоит близко $70. Мы сразу же начали визжать как ненормальные и смотрим, а на самом деле высветилась Нова Лесничий, которая стоит 6 рублей. Я сразу подумал, чё за фигня? Слава богу, что я записывал, и у меня есть компромат на этот сайт. Смотрите видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.